Конкурс «Подари улыбку другу» стартовал еще осенью. Дети рисовали картинки и делились своим творчеством со всеми сочинцами, гостями города, которые перемещаются по курорту на общественном транспорте. Рисунки детей яркие, милые, добрые, украшали муниципальные автобусы. И, конечно же, вызывали улыбку и поднимали настроение пассажирам. Придумали конкурс в 9-й гимназии, а Сочи Автотранс с удовольствием поддержал начинание юных художников. В городе было объявлено открытое голосование. Каждому рисунку был присвоен номер. Свой выбор можно было сделать в интернете. Более 1000 рисунков нарисовали наши дети, но голосование проходило несколько месяцев. Но я, как проходило голосование, какая активность была, только за первое место рисунок занял, первое место занявший рисунок, более 3000 голосов отдали ему. Жители, учащиеся, родители, друзья, гости города Сочи. Картинки, которые набрали больше всего лайков от зрителей, сегодня были отмечены на торжественной церемонии закрытия конкурса. Авторы лучших работ получили заслуженные дипломы и подарки от организаторов и партнеров. Конкурс получил большой отклик не только от самих детей, которые рисовали свои картинки, но и от жителей города. Поэтому организаторы не исключают, что конкурс «Подари улыбку другу» пройдет еще не раз.